Наконец-то мы привезли уже фонтан, отлитый в бронзе, состоящий из 150 деталей. Это огромный труд разных людей, не только мой. Я их благодарю за то, что все проявили выдержку, терпение, настойчивость и завершили эту огромную работу для одесситов. Я надеюсь, что она им понравится. Сейчас мы уже будем завершать подключение к воде, полировку. Вот сейчас покрыли патины. Через несколько дней начнем полировать. Ну, в общем, чтобы она имела достойный вид. Не только скульптурный, но и эстетический. Ну, я думаю, что она стала символом этого парка. И я надеюсь, когда пойдет вода, и дети будут под ней купаться, и одесситы, и это станет таким любимым местом, тогда я сделал то, что смог. И вы понимаете, скульптура это же такая, как я называю, это послание другим поколениям. Они о нас будут судить по этим работам. Поэтому я всегда стараюсь максимально выложиться в каждой своей работе для того, чтобы о нас думали лучше, чем мы есть на самом деле. Я надеюсь, что одесситы полюбят это место. Полюбят вот этот фонтан начала-начал, который вообще является символом жизни. Это объединение мужского и женского начала, начало всего, начало жизни человечества. И вот хотелось бы, чтобы человечество было доброе, ценило жизнь, мир и любовь.